Шалом алейхем, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня особый вечер. Сегодня ночь 24-го Тевета. Это 208-я годовщина Альтер-Ребе, Реб Шниор Залман из Ляди, основатель движения Хабад и автор книги Таня и книга Шулхан Арух и много других книг. Альтер-Ребе похоронен в Украине, в город Гадич, в Полтавской области. И много людей посещает его могила в течение всего года. И специально в годовщина, и в Йорцайт, и в Йом Хилула, как это называется. И давайте посвятим нашего урока сегодня в честь подъем душа Альтер-Ребе, чтобы он был и он есть хороший проситель, чтобы он попросил у Всевышнего за всех нас, чтобы мы были благословлены от Всевышнего, каждый от нас во все, что он нуждается, и в самых широких размеров. Осел. Осел – это такое животное, которое не имеет хороший, очень сильный авторитет. Это не популярное животное. Если мы смотрим о коне, они большие, красивые, бегают красиво и быстро. У очень много людей в мире есть такое хобби, и это статус, что у него есть такой настоящий кон. Я еще не встретил и не видел людей, которые могут гордиться и показать, у меня такая осла, которая у меня есть. Это особый из традиций, из важных источников. Я этого еще не видел. И вопрос здесь тогда, еще скажу, это такое животное, которое считается медленным, он очень медленно ходит. Его используют в основном на Ближнем Востоке, в арабских странах можно видеть, как его используют, что на нем тащит тяжелый груз. На нем можно ставить тяжелый груз, и он медленно как-то двигается. Рабейну, есть такой комментарий на Тора, который написал Рабейну Бахьей. Он жил в Сарагоса, в Испании, он вернулся в душа Всевышнего 680 лет тому назад. Есть комментарий Рабейну Бахьей на вся Тора. В книге Берейшис, когда мы там читаем имена, которые Адам, первый человек, давал всех животных, да, Адам давал всех животных имена, и он, Рабейну Бахьей объясняет логика, которая была у Адам, почему он называет одним животным такой имя, а в другой. Осел на иврит называется хамор. Запомните это имя, мы вернемся к этому имени хамор. Хамор в иврит использует в разных коннотациях, но никогда не дается комплимент, когда хочешь сказать, что он похож на хамор. И, например, Рабейну Бахьей, что он пишет? Почему Адам הראשון, осел, называл на иврит хамор? Он говорит, хамор הוא פתי ושחל מכל הבהמות. Ведь этот осел, он не умный, он даже дурной, и самый необразованный от всех животных. И поэтому Адам называл его хамор со слова хомер, слово материал. То есть он хотел сказать, что это правда, это животное, но это очень простая животное. У него нет мозги, это как материал. Хомер, хамор со слова хомер. Вместе с тем обратите внимание. С одной стороны мы говорим, что это животное, этот осел, хамор, не авторитетный, так называемый. Но с другой стороны, везде в Тора, когда мы читаем какой-то уважаемый человек, который отправился в какой-то путь, что он использовал, какой у него был, на что он ездил, он ездил на осел. Первый раз в Тора
Мы читаем о Аврааме, когда Всевышний сказал Аврааму самые тяжелые испытания, бери твоего сына Ицхак и принеси его в качестве жертвы перенесения. Что написано, что Авраам посадил, приготовил осла, погрузил на нем все, что необходимо для проведения этот обряд, и потом они ходили в путь. Книга Шмот. В этот шаббат мы начинаем читать новую книгу Тора. Книга Шмот и глава Шмот. В нем мы начинаем читать рабство наших предков в Египет. А там, когда Всевышний говорит Моше Рабейну, пора уже, чтобы ты вернулся в Египет. Моше Рабейну находился 60 лет в стране Мидьян. Пора, чтобы ты вернулся в Египет, чтобы быть спасателем еврейского народа. После того, что Моше согласился, что рассказывает нам Тора? Что Моше посадил свою жену Ципора и своих сыновей Гершом и Ельезер. На что посадил? На осел. И так он двигается дальше. И откуда мы знаем, что это не простая история, что это не случайно? Авраам Авину использовал осел. Моше Рабейну использовал осел. Раши. Раши здесь говорит удивительные слова. Что он говорит? Говорит Раши так. На осел? Хамор? О, говорит Раши. Это особый, особый осел. Это не обычные животные. Это животное, которое имеет авторитет. Это животное, которое имеет история, богатая история. Что говорит Раши? Хамор ха-миюхад, особый осел. Это тот же осел, который использовал Авраам Авину, когда он ходил из Бершева в Иерушалаим исполнять приказ Всевышнего и принести своего сына Ицхак в качестве жертвы принесения. Как написано в книге Берешит, «Ваяшкем Авраам бабокер, ваяхавош от хаморо, и встал Авраам рано утром, и приготовил и присоединил своего осла». И добавляет Раши еще, это в прошлом, а в будущем, «Веху шеатид мелех амашиях лигалот алав». Это тот осел, который на нем придет Машиах. Мы все ждем прихода Машиаха. Машиах не видит к нам из какой-то Порш или Лексус. Машиах будет сидеть на осел, и осел будет его возить к нам, и он будет нас вытащить из этого галута, и будет нас, наш, и будет возить весь еврейского народа в Иерушалаим построить третий храм. В Иерушалаим будет сидеть на этот же осел, на котором использовал Авраам, на котором использовал Моше. Откуда мы знаем? Написано в книге Захария, пророк Захария говорит, Они верехев ала хамор. Машиах будет сидеть на осел. Попозже, в течение урока, мы будем трогать тема, если это действительно тот же осел, который жил и в годы Авраама, и он какой-то особый, который живет долгие годы, или нет. Но то, что мы видим сейчас, о том, что не просто так Тора нам рассказывает случайно, о том, что у Моше Рабейну был осел, и на нем он посадил свою жену и детей. Нет, это специально осел, не просто он и Авраам Авину, и Мошиах, это все связано. Тут речь идет о важных делах, это не простой осел, это осел, который имеет какой-то секрет. И поэтому на нем использовал Авраам, Моше, Мошиах и так далее. И эта история непонятная. Да? Я уверен, что каждый, который слушает эту историю, мы говорим о какой-то осел, и много людей думают, что я вообще решил делать сегодня урок на какой странной теме. Знаете, сегодняшний урок, он обоснован на удивительной беседе Ребе, которая на этой главе, на глава Шмот, в 31-й том в Лекутей Сихот. А мы сегодня не будем сказать вся эта беседа Ребе, там очень длинная беседа Ребе, для этого нам понадобится очень много времени. Но главные пункты из этой беседы Ребе мы сегодня с Божьей помощью обсудим с вами. И вот тогда нам надо понимать, почему важно для Раши здесь добавить нас, потому что это не обычный осел. Этот осел был у Авраам, этот осел у Моше, он же будет и у Машиах.
Моше Рабейну выбирал себе осел, посадил Ципора, Гершом и Елиэзер на осел. Ладно. Почему важно для Моше, важно для Раши преувеличивает эта история и сказать нам, это не так просто, этот осел. Это очень особый осел. Почему так важно это для Раши? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему действительно такие уважаемые люди, Авраам Авину, Моше Рабейну, Мошиах, почему они выбирают именно осел? Они не могли выбирать что-то более солидное, более представительное, чем осел? Вы когда-то видели какой-то уважаемый человек, который сидит и катается на осел? Нет? Как мы уже начали? Хорошие коня – это то, что подходит. Тем более, каждый, который знает, как действует, как живет осел, осел – это очень медленная машина. Он очень медленно ходит, очень медленно двигается. Если сравнивать осел, допустим, из других животных, которые люди используют для поездки, например, верблюд, например, коня, это такие животные, которые очень быстро могут бегать. И тогда люди могут экономить время. А здесь нет. Они выбирают себе что? Осел. Осел же очень медленно двигается. Если здесь Моше Рабейну заинтересован, то тоже практический вопрос. Если Моше Рабейну заинтересован быстро добраться до Египет, там люди страдают, там еврейский народ страдает. Тем раньше Моше Рабейну будет там, так быстрее он будет вытащить их все из египетского рабства. А почему же тогда он выбирает себе вот такая машина, которая так медленно двигается? Ему надо было взять с собой самый быстрый автомобиль, машина или животные в тех времен, которые на максимальной скорости привезет его в Египет. А тогда максимальная скорость, он начнет свое действие и выполнять свое послание и миссия, которую Бог о нем положил. Освобождение евреев из Египта. Потому что Рабейну есть время. Он садится на осел, садит свою жену и детей на осел. Осел медленно, медленно двигается, и это его устраивает. Есть интересная история в Талмуд, в том Санхедрин. Том Санхедрин рассказывает о том, что был в Персии такой царь, который звали его Швор Малка. И он встретил известного мудреца Талмуда Шмуэль. И он его сказал, знаешь, почему Машиах задерживается? Почему он, поскольку он сидел на осел, осел быстро, очень медленно двигается. Поэтому Машиах Машиах так медленно идет освободить вас. Он хотел обидеть Шмуэлу, и поэтому он так сказал. Но видно, что действительно, по понятию каждого человека, осел символизирует медленное движение, не быстрое движение. Вплоть до того, что он говорит, почему Машиах так медленно двигается, поскольку он сидит на осел, его путь к нам. И такой же вопрос о Моше Рабейну. Если у Моше Рабейну перед него есть задание быстро добраться до Египет, почему он выбирает такое животное, которое так медленно двигается от Мидьян до Египет? Третий вопрос. Это тоже престиж. Моше Рабейну, даже до того, что он был лидером еврейского народа и спасатель евреев из Египет, он был уважаемый человек. Авраам Авину был очень уважаемый человек. Почему они не уважают себя? Где мы видели уважаемые люди, которые катаются на такая простая, медленная животное? Это не животное для солидных, для представительных людей. Знаете, как что есть в наших современных жизнях, есть как представительный транспорт. Есть транспорт, который он домашний, который каждый может на нем катиться. Но когда речь идет о том, особо уважаемый человек, представитель закон, президент, премьер-министр и так далее, для них выбирает государство особый вид транспорта, который будет тоже солидный, представительный,
это качество уважения тот человек, который там сидит, который едет на этом вид транспорта. Здесь то же самое. В те годы не были машины, были животные, хорошо. Но были более подходящие животные для уважаемых людей и менее подходящие для уважаемых людей. Осел точно не входит в категорию подходящей. Он не представительный животный для такие цели. А почему тогда и Аврааму Вину, и Моше Рабейну выбирает себя именно такая животное и не выбирает себя какой-то, как мы упоминали, красивый коня или верблюд или что-то другое? Есть тоже интересная вещь в Талмуде, в том Мегила. Недавно мы находимся еще в месяц Тевет, как мы сказали сегодня, ночь 24-го Тевета. 8-го Тевета – это день, когда еврейский народ отмечает одна грустная история в истории еврейского народа. В годы второго храма, коротко буду этого упоминать, в годы второго храма, когда был греческий царь Талмай, он тогда был царь Египет, он был греки, контролировали Египет, и поэтому греческий царь был царь Египет. И он хотел перевести вся Тора на греческий язык. И он тогда взял 72 мудрецы, их закрыли в 72 разных комнаты, и каждый получал задание перевести Тора на греческий язык. Мудрецы очень переживали, он искал, что если они будут переводить Тора, и не в одинаковый перевод, он скажет, а, это нечестно, что Тора не правда я. Если это правда и вещь, тогда он должен выглядеть одинаково и для всех. И Бог сделал большое чудо, они переводили Тора как копии, один к одному, все 72 мудрецов, они переводили Тора один к одному, у всех одинаковый модель перевода Тора получилось. И были там, Талмуд рассказывает в том Таанит, что были определенные пункты в Тора, которые они немножко поменяли. Они не переводили дословно, они поменяли по какие-то причины, чтобы у него не будет потом претензия, что у него будет меньше вопросы. И как раз о нашем глава Шмот, когда написано, что Моше Рабейну взял свою жену и детей и посадил на осел. Знаете, на что они переводили? И посадил их на животные, которые носят людей. Они не написали конкретно имени осел. Они не сказали ложь. Они не сказали, что это верблюд или кон. Они сказали на животные, которые носят людей. Почему? Комментирует Раши в том Мегила, в Талмуд. Говорит Раши, чтобы они не скажут, что, чтобы Талмай, этот греческий царь, не скажет, что ваш лидер, спасатель Моше, настолько был простой, у него даже не был верблюд или кон, он катался на осел. То есть по логике, Моше Рабейну не должен был кататься на осел. Ему надо было искать себя и использовать более престижный вид транспорт, животный транспорт, чем осел. Значит, есть какой-то секрет в этом. И наше задание сегодня понимать, что здесь действительно происходит. Давайте мы с вами обратим внимание на еще один этап. Раши нам уже сказал, что этот осел, он имеет большая история, большое прошлое и большое великое будущее. Его прошлое, это когда он обслуживал Авраам, его будущее, это когда он будет обслуживать Машиах. Обратите внимание. В книге Берейшит, впервые, когда мы читаем об этом осел, написано, что Авраам, наш отец Авраам, он приготовил осел, но он не использовал его, он не сидел на нем. Не он, и не Ицхак, и не Ишмаэл, и не Элиезер. Он только погрузил на осел все вещи, которые надо взять с собой, תשית דו ירושלים. קרומי את הווה? ניצ'בו. כקדם שתיים היסטוריה סמוישה רבינו, תות עוז'ה מדוויגי לסיף פריות. מוישה רבינו עוז'ה פסדי לודי נעת את הסיול. יבוא ספרוגה ציפורה, יבוא דייתי גרשו מאליעזר. שתו בודיץ משיח? או תם, מוישה רבינו סם זדיס נסיאל נסיאל.
Он ходил пешком, он сопровождает их, но они уже сели. Но когда мы дойдем до Машиаха, там написано «Веройхев алахамор». Машиах сам сядет на этот осел и будет сам на нем кататься. То есть есть изменение в процесс, и в уровень использования. Из поколения в поколение этот осел более эффективный и более эффективный. У Авраама Вину его эффективность была минимальная. У Моше Рабейну она уже была выше, уже люди на нем сели. А у Машиах это уже гораздо-гораздо больше. Спрашивает Ребе, в чем секрет в этом процессе, как увеличивается роль осел и в жизнь этих людей, которые он их обслуживает. Чтобы начать понимать действительно эту историю, секрет этого осел и секрет того, что наши праведники именно использовали его, давайте вернемся на несколько минут в начало этой истории, которую они читаем в этой главе Шмот, когда Всевышний обращается к Моше Рабейну. Как мы уже упоминали, Моше Рабейну находится в Медиан уже сколько лет? 60 лет. Когда ему было 20 лет, фараон хотел его убивать в Египет после того, что сказали, что он убил одного египтянина. Он сбежал к Медиан. И когда он пришел в Египет, когда он вернулся в Египет, когда Всевышний приказал его вернуться в Египет, Тора нам рассказывает, ему столько лет было тогда, 80 лет. То есть сейчас, когда Всевышний его приказывает, что надо идти в Египет, ему, он уже проводит 60 лет в Медиан. Он почти уже забил эту страну Египет. И в Медиан, что он делает? Он пастухом. Занимается пастухом, следит за бараны и козы, и вот тест Итро. И это был еще один обычный день в жизни Моше, когда он отправляется делать свою работу. А вдруг на пустыне он увидел такую удивительную картину. Куст горит и не сгорает. Куст, который быстро очень сгорает, тут он не сгорает. Смотрит Моше Рабейну на этот куст и говорит, я подойду посмотрю, это чудо. Почему этот куст не сгорает? Это действительно удивительная история. А вдруг он услышал божественный голос, который ему говорит, снимай твои туфли, твои ноги, поскольку земля, которую ты на ней стоишь, она святая. И Моше Рабейну слушает следующие слова от этот божественный голос. Он говорит, а я Бог, и я услышал крики еврейского народа, их страдания в Египет. И я решил их вытащить из Египет. И кто должен этого делать? Моше. А тут мы наблюдаем удивительно неожиданное поведение Моше. Вместо того, что Моше скажет, как Аврому вину, одна слово, «Хинейни, я готов, я солдат». Бог сказал меня, идти в Египет, хинейни. Слова, которые мы слышали от Авраам, мы слышали от Яков, мы слышали потом и в Тора, в истории от Элиоанов и другие. Что делает Моше Рабейну? Моше Рабейну начинает спор. 7 дней подряд длится его спор со Всевышнему. Пойдет ли он туда, в Египет, или нет? И он в этом споре поднимает 5 причин, почему он не готов ехать в Египет. Первая причина, говорит, кто я такой? Я очень маленький человек, фараон меня не услышит. Вторая причина, говорит, я же не знаю, как зовут тебя, как имя Всевышнего. И поскольку я не знаю правильно имя Всевышнего, я не могу быть представителем Богу, который я не могу повторить, как его зовут. Третья причина, он говорит, «Вехейн ло яамину ли, народ Израиль, меня не поверит, что я пришел быть спасателем, и они не послушают меня». Четвертая причина, он говорит, что поскольку он не ясно, не красиво, у него речь, как мы знаем историю, что Моше Рабейну не был красивый, и речь очень трудно была понимать, как он разговаривает.
И поэтому он говорит, я не могу быть дипломат. Дипломат должен быть человек, который умеет красиво говорить. А я не умею красиво говорить, я тоже не знаю египетский язык. Пятая причина, он говорит, шлахно бияд тишлах. Пошли уже какой-то другой человек, найди кого-то, чтобы он будет этого делать. И он говорит, например, мой брат Аарон или другой человек выбираю. Это уже было без никакой причины, просто он сказал, нет, не хочу, найди какой-то другой. Это очень странное поведение со стороны Моше Рабейну, что он как-то так жестко отказался Всевышнему, когда Бог ему говорит, иди, освобождай еврейского народа. Это не наша тема сегодня. Это тема для другой урока, с Божьей помощью, в другое время. Но раз мы упоминали этого, мы не можем этого оставить открытой, без ответ. Рамбан Рабейну Моше бен Нахман, на его комментарии о Торе, он говорит, что действительно Моше Рабейну был как Тора, его, как Тора о нем рассказывает, что он был самый скромный человек на земле. Скромный человек это не тот характер, который может стать лидером, который может быть лидер других людей. И поскольку он был скромный, он действительно не хотел стать лидером. И Тора нам рассказывает эту историю по этой причине, чтобы мы могли правильно оценить Моше Рабейну и понимать, настолько он был скромный, и оценить его согласие, что несмотря за то, что он был настолько скромный, он выполнял все равно приказ Всевышнего. Но вернемся к нашей теме. Обратите внимание, когда вы будете в этом шаббат читать эту главу Тора, читайте внимательно и обратите внимание на следующий факт. Шесть дней Моше Рабейну ведет эту дискуссию со Всевышнего, и Всевышний с большим терпением отвечает его. Но когда он сказал последние слова, шлахна бияд тишлах, пошли туда уже кого-то, главное не меня, тогда написано ваихар аф ашем бемоше. Тогда Бог злился на Моше. Почему он злился на Моше? Поскольку, когда он говорит так, Моше Рабейну как показать, я вообще не хочу этого делать. До этого момента он дает какие-то логичные причины, почему он не подходит на этой должности. Окей, это легитимно. Тоже не то, что мы ожидаем, но это хоть легитимно. Но прийти и сказать, я просто не хочу, пусть кто-то другой, это как символизирует несерьезный подход. Я не хочу идти, и все. Что действительно был в этой причине, что он не хочет? Говорит Раши, Аарон же старше меня. Он же сидит там, он же находится там все эти годы. Он же фактически лидер евреев в Египет. Если я возьму сейчас, тогда это некрасиво. Он должен этого делать. Вторая причина. Раши говорит, он говорит, шлахна бияд тишлах. Моше Рабейну говорит, я же не буду тот, который буду их возвестить в страну Израиль. Я же не буду Машиах. Освободитель, окончательный освободитель будет кто-то другой. А зачем нужен, я нужен сейчас начать эту работу, а потом будет продолжение. Я даже не буду возить их потом в Израиль. Пусть Всевышний найдет сейчас тот человек, который будет делать вся работа от и до. Так объясняет Раши эту и причину. Всевышний говорит ему, что твой брат Аарон, он увидит тебя, он будет очень рад. Он будет рад видеть тебя. Почему ты говоришь, что он не будет рад видеть тебя? Но Моше это не устраивает, он говорит, я не хочу стать выше над моего брата. Но почему Моше Рабейну, что ответил Бог Моше Рабейну на тот вопрос, который он говорит, пусть пойдет тот, который будет Машиах. На это мы не находим ответ.
Он, мы только пишем, читаем, что злился Бог на Моше. Объясняет Ребе, как был ответ Богу к Моше Рабейну через этого осел, который на нем Моше посадил свою семью в путь в Египет. И этот секрет связи этого осла от Авраама Вину через Моше Рабейну и до Машиаха. Моше Рабейну кто сказал? Сказал, пусть Машиах придет. Вызывай Машиах, от тот мир, где он находится сейчас. Он последний спасатель еврейского народа, Гоэль Ахарон. Пусть он будет и первый спасатель еврейского народа. Так говорит Моше Рабейну к Всевышнему. Говорит ему Бог, посмотри на этот осел. Он кого напоминает тебе? Он напоминает Авраам. Он куда возил Авраам? На самые тяжелые задания, которые можно задать человек в своей жизни, не дай Бог. Иди, бери твоего единственный сын Ицхак, который родился к тебе после 100 лет ожидания, положи его на жертвенник и принеси его Богу в качестве жертвоприношения. Страшнейшие задания, чем этого, у людей не бывает. Говорит Бог Моше, посмотри на осел. Он возил Авраам и Ицхак туда. Он свидетель о том, что когда я сказал Аврааму, иди в Иерусалим вместе с твоего сына Ицхак, что сказал Авраам? Мы этого произносим каждый утром перед молитвой Шахарит. Хинейни, я готов. Авраам не ввел никакой торг, никакой спор. Не 6 дней, не 3 дня и не полдня. Аврааму вину сказал, хинейни, я готов идти. И вот говорит Всевышнему, ты посмотри на этот осел. Сравнивай задание, которое я поставил перед Авраам, и задание, которое я поставил перед тобой, и ты увидишь, как ты можешь мне отказать по такие причине, неудобно перед братом своего. У Авраама неудобство было гораздо больше, чем то неудобство, которое я прошу у тебя сейчас. И за то, что ты говоришь меня, что Машиах пойдет, посмотри на осел. Он напомнит тебе о Машиах. Почему этот осел связан, этот осел, это мост между тебя, Моше Рабейну, и между Машиаха? Всевышний говорит, в другие слова, Моше Рабейну, слышал, дорогой Моше, слушай меня. Ты и Машиах, это две разные люди, но в идее вы делаете одно дело. То, что ты начинаешь, Машиах продолжает. Написано о том, что освобождение евреев из Египет, она была первое освобождение в истории еврейского народа, первый геула, который именно это освобождение, она дает Машиаху сила и полномочия продолжить эту работу и освободить евреев из Египет. И это намек, который Бог говорит Моше Рабейну. Написано, что Моше ху гоэл ришон, Моше ху гоэл ахрин. Написано, что Моше Рабейну он первый освободитель евреев, и Моше Рабейну он тоже последний освободитель евреев. Несмотря, что последний освободитель евреев, его не будут звать Моше. Но по идее, что он делает? Он продолжает это дело, которое начинал делать кто? Моше Рабейну. Раби Яков бен Ашер, один из самых известных наших мудрецов, он известен как Баал Атурим, поскольку он писал очень основной галахический книга, которая является основой на Шулхан Арух, называется «Четыре Турим», и он написал комментарии на Тора, тоже называется Баал Атурим על התורה. Он жил в Джанова, в Италия, и он вернул свою душу в Всевышнему 677 лет тому назад. И он пишет на слова Яков Авину עד כי יבוא שילו, он пишет, שילו это Машиах,
но Шило – это в гематрия кто? Мойши. Почему гематрия Машиаха, имя Машиах Шило и гематрия имя Мойши, она одинаковая? Поскольку они делают одно дело. И тот намекает Всевышний, Моше Рабейну. Ты говоришь, чтобы Машиах пришел? В чем разница между тебя и Машиах? Ты, Машиах, это одна идея, это одна цель, и делай ты одно задание. То, что ты сейчас начинаешь и в Египет, продолжит Машиах, когда найдет время освободить евреи с этого изгнания. Так что через осел, который связывает между Авраам, через Моше и Машиах, получал Моше свои ответы на свои сомнения. Но и тогда у нас понятно наш первый вопрос. Почему Раши проводит здесь о том, что этот осел, это тот же осел, который обслуживал Авраам и который будет обслуживать Машиах. Но у нас еще остается главный вопрос. Почему осел? Почему не более престижные животные? Мог Авраам использовать более престижные животные? И Моше Рабейну, и Машиах. Почему именно осел? Но перед тем, что мы будем говорить, почему осел, я обещал в начале урока поговорить несколько слов, практический вопрос. Раши говорит, что это тот же осел, который обслуживал Авраам. И это интересно понимать. Речь идет действительно такой чудесный осел, который живет уже 400 лет в годы Моше Рабейну. Есть Медраш Пиркей Дераби Элиезер. Медраш Пиркей Дераби Элиезер пишется по поводу Пиркей Авот. Там написано в трактат Авот, что вещи, которые Всевышний творил в канун Шаббат, последний момент в канун Шаббат, это был осел. И говорит Пиркей Дераби Элиезер, что речь идет о особый осел. Осел, который... Творение юбилав, во время творения мира. Осел этот жил до момента Авраама Вину. Авраам Вину на нем ехал привести Ицхак в качестве жертва принесения в Иерушалайм. Этот осел еще жил до года Моше Рабейну. И этот осел еще будет жить до Машиаха. И это очень удивительная вещь. Осел живет 30 лет, 40 лет, не больше. А тут получается, что во время прихода Машиаха, если этот осел родился в годы Авраам, тогда дай Бог, что Машиах пришел бы сегодня, и этот осел будет жить уже 3700 лет. А если это будет этот осел, как Пиркей Дераби Элиезер говорит, от момент творения мира, это уже 5781 год от момент творения мира. Ну, это действительно удивительный, удивительный осел. И поэтому нам придется понимать, если это тот же осел, и он жил, и это такой чудесный осел, который живет столько много, много лет, или это... другой вещь. Махарал из Праг, у него есть книга, называется «Гвурот Хашем». И он говорит, нет, это символ. Конечно, речь идет о другие животные. Осел, который был у Авраама, давно его нет. Осел потом у Моше, и осел, который будет у Машиах, будет в свое время. Речь идет о деле, что то, что они используют. Это осел, это по одной деле, есть общего между эти три. Но это не тот же осел. Но Раши говорит, нет. Раши говорит, это тот же осел, это не обычные животные. Это чудесные животные, которые ее жизнь, это не обычная жизнь. Она это чудо, это целое чудо. И почему Раши, почему действительно Раши говорит, почему Раши говорит такой непростой, непростые слова. Раши вообще, его главная цель это рассказать пшат. Что доступны простые слова, чтобы было понятно. Не рассказывать нам какие-то чудеса. Тут можно было сказать, как говорит Махарал из Праг. Нет, это не чудо никакое. Просто одна идея объединяет Авраам, Моше и Машиах. Но ни один осел жил во все эти годы. Объясняет Ребе в этой беседе на 31-й том Ликутей Сихот, что Раши здесь хотел давать ответ на вопрос. Практический вопрос Раби Авраам Эвен Эзра, который был из мудрецы Испания и Италия, он умер 856 лет тому назад. Написал комментарий на Тору. Он спрашивает просто практический вопрос. Он говорит, Ципора,
Жена Моше Рабейну была сразу после рождения, после рода. Как мы знаем? Мы знаем эта история, что Моше Рабейну не успел делать брит мила своего сына Элиезер, и ангел хотел убить его за то, что он не делал брит мила во время. Он берет роженицу, посадили ее на маленький осел. Рядом на ее руках она должна держать еще новорожденный мальчик, который ему еще нет 8 дней. И рядом с ней еще один мальчик, который ему уже год или два, Гершом. И наверняка какие-то чемоданы или мешки, и все на один маленький осел. Спрашивает Эвенезра, почему он так издевался над ними? Почему он не нанимал, не взял два осла, на один осел он бы посадил жена, чтобы она после рода могла удобно сесть себя, и на другом посадил старшего сына и багаж. Почему так? Чтобы избавиться от этого вопроса, говорит Раши, нет, смотрите, тут не задавайте такие технические вопросы. Речь не идет о обычный осел. Речь идет о осел, который живет уже больше, чем 400 лет, который живет уже очень много лет в этот момент. И если этот осел живет столько, 400 лет он уже живет, этот осел, значит, не задавайте вопросы. Наверняка на нем бы находилось место в удобной располагаться и для ципора, и для сыновей, и для багаж, для всего, что только надо. Вернемся тогда к нашему вопросу. Мы должны понимать, почему действительно Моше Рабейну и Авраам Авину выбирают именно осел и не коня, красивый, солидный, представительный. Почему именно этого? Ответ в хасидском подходе, и как раз сегодня это ответ, который можно давать в такой день, как 24-го Тевета, день Хилула Альтер Ребе Раби Шниор Залмен из Ляди. Наша душа спускается в этот мир, в наше материальное тело, чтобы и Бог нам дает, и будет нам давать из Божьей помощи здоровье, и 120 лет года жизни, чтобы мы служили Богу. Но задание непростое. Мы не чувствуем наша душа. Мы чувствуем, что наше физическое материальное тело. Это и материальное тело, которое на самом деле воюет с нашей душой. Душа пытается делать правильные вещи. Душа пытается служить Всевышнему. А тело тянет нас в разные другие места. Тело это материал. Тело это как хамор. Слово осел, материал. Теперь вопрос. Что нам делает? Как нам справиться из этого осел? Как нам справиться из этого материального тела, которое у нас есть, чтобы правильно служить Всевышнему, чтобы этот осел нам не помешал в служении Всевышнего? Есть мнение, которое мы должны мучить это тело. Взять на себя тяжелых вещей, как пасти, и тогда ослабляет это тело, и она нас не будет мешать. Пришел Бааль Шем Тов и сказал, написано в пасуке, «Тирэ хамор сонеха». Написано в пасуке в книге Шмот, глава Мишпатим. Если человек ходит на улице, он увидит хамор, он увидит осел, человека, который не является его другом. И этот осел падал, и ты должен поднимать его, помочь ему. Переводил Бааль Шем Тов этот пасук на наш собственный осел, на наше собственное физическое тело, которое символизирует материал хомер, как хамор. Сказал Бааль Шем Тов, когда ты видишь твое тело, не обращайся к телу, как твой враг, который мешает тебе служить Всевышнему. Наоборот, «Азов тазов имо, помоги его, поднимай его, выше, чтобы твое тело сотрудничало с твоей душой, чтобы это была как одна гармония между душой и телом, чтобы тело поддержало желание души служить Всевышнему». Как это делается? Исполнение мицвот. Каждый день, когда мы накладываем тфилин, наше тело становится более нежное и менее материальное. Каждый раз, когда мы питаемся только кошерной едой,
То же самое, когда мы соблюдаем шаббат, когда мы зажигаем шаббатные свечи, когда мы даем цдоке, когда мы произносим браха до и после еда, это всегда толкает и поднимает наше тело выше и выше, быть более духовной и менее материальной. И наше тело, в ней происходит процесс. Потихонечку она поднимается, быть более духовной и ближе, и ближе, и ближе к Богу. Этот процесс, как обрабатывает физическое тело, чтобы она была, что она дружила с душой, это длинный процесс, это работа на всю жизнь. И говорит Ребе, в этом процессе есть три этапа. Первый этап – это борьба. Тело тянет нас в одну сторону, мы должны остановить ее и сказать «нет». Тело тянет нас нарушать закон Тора, а мы воюем с телом, и мы говорим «нет, такого не будет». Второй этап – это сотрудничать с телом. Когда мы начинаем, когда тело исполняет заповеди, тогда тело сотрудничает с душой. Третий этап – это называется в жаргон «зохар и саапхе» – переворот, что и сама тело, ее цель, ее желание – это служить Всевышнему с радостью. Вроде бы нам кажется, что это нереально, но нет. Мы читаем о том, что Талмуд нам рассказывает о том, что Элиоу Ханови, ангел Элиоу, он же был сначала человек, или Раби Йошуа бен Леви был такой мудрец Мишна. Они поднимались наверху, они поднимались в рай и в их физическое тело. Как это случилось? Был полный переворот в их физическое тело, что оно стало духовное тело. Теперь вернемся к истории, этот осел, который о нем мы говорим уже почти час. Этот осел символизирует процесс очищения мира. Задание наше – это поднять этот материальный мир, чтобы он был более святой и более духовный. Машиах придет, когда мы будем завершать нашу работу, когда мы поднимем все святые искры из этого мира назад в их источник. И этот мир будет сотрудничать с Тора. Этот мир будет поддерживать и будет сотрудничать с желанием Всевышнего. Тогда придет Машиах. Эта работа началась с года Авраама Вину. И она длится уже 3700 лет. И вот-вот мы ждем сейчас прихода Машиаха, что он объявит о том, что мы успешно завершали эту работу. И поэтому, смотрите, Авраам Авину начал эту работу. Осел, который символизирует медленное животное, символизирует самый материальный вещь, тот, который самый далекий от духовных дел. Берет Авраам Авину осел. Осел не хочет сотрудничать с Авраам Авину. Авраам Авину воюет с ним. Написано в Торе, ויחבוש. ויחבוש את חמורו. ויחבוש את חמורו. Это значит, он настаивает его. Он завязывает его так, что он будет обязан носить то, что надо носить. Авраам Авину его этап, что он успевает делать, чтобы этот осел хоть поддержал эту работу, чтобы он помог эту работу делать. Чтобы этот осел тащил то, что надо тащить, чтобы выполнять приказ Всевышнего. Но посадить людей на этот осел еще рано. Прошли 400 лет. Уже задание, уже поколение Моше Рабейну. Там мы уже двигались вперед. Моше Рабейну, он уже может посадить свою жену и детей на этот осел. Но сам он еще не сядет на этот осел. А мир еще не готов на такое святость, как представляет Моше Рабейну, чтобы Моше Рабейну сам мог сесть на этот осел. Но когда, друзья, придет Машиах, Машиах уже сядет на этот осел. Почему? Машиах сядет на осел, который символизирует самые низкие материальные вещи в этот мир, который как песок. Двигается очень медленно. Но Машиах будет показать, мир уже готов к духовный свет, который будет,
который будет светить в этот мир. И поэтому Машиах будет сидеть на осел. Осел, который символизирует материальный мир, скажет, я уже готов к такой святости, что Машиах на меня сел. И поэтому, дорогие мои друзья, поэтому Авраам Авину, и Моше Рабейну, и Машиах, они не искали престижная машина. У них было задание перевернуть мир. У них было задание очистить мир. У них было задание внести святость в этот мир, чтобы Машиах мог уже приходить. И поэтому они выбирают такое животное, которое действительно символизирует более низкий уровень движения в этот мир. Более материальный, более простой. И именно он символизирует это движение, как мир двигается и готов больше и больше принимать святость прихода Машиаха. А в наших времен, Лубавичский Ребе нам сказал, что в наше поколение придет Машиах, поскольку после столько много лет служения Всевышнего нашей предки во все эти годы, мир уже готов принимать божественный свет. Мир уже готов принимать прихода Машиаха. Еще маленький толчок, еще маленькие движения, и он придет. И поэтому что ожидается от нас? Еще одну мицва, еще одну мицва. Чтобы мы сами исполняли еще одну мицва, и чтобы мы сами повлияли на еще одного еврея, чтобы он исполнял еще одну мицва. А так нам так добавится и столько много дополнительных заслуг, и мы с вами заслужим увидеть это чудо прихода Машиаха, который будет символизировать большой переворот, который произошел в мир. Дай Бог нам в самое-самое ближайшее время. Желаю нам всем в этот святой день 24-го Тевета, как мы начали этот урок, чтобы Альтер Ребе, Раби Шниор Залман из Ляби, чтобы он будет, что его душа будет иметь большой подъем, и нам весь народ Израиль большое спасение, чтобы он стал наш проситель Всевышнего для каждого от нас, благословение Всевышнего во все, что мы нуждаемся, крепкого здоровья, хорошей парносы, נחס עוד איתה, היא רדס נאי סבית לבקרו גנס, די בוג שתבורם פפרסיל ובסבישנו בפריחוד המשיחה, סמי בלז'י שברמי, הקניגה שמות כתורה מן הצ'ניים ואת השבת, נזווה יצא קניגה גאולה, פסקול כאבני, מצ'טיים, הסבבשדני העברי לזיגיפת, יקק מי ופמינלי, הסבבשדני הזיגיפת את הנצ'לה הסבבשדני, כתורה בולית דלת משיח, די בוג שתבורם זה סלוז'יליס ומי את הווידית, סמי בלז'י שברמי. Шаббат шалом, друзья!